Сити-сервис за акция месяца. Замена масла, удаление катализатора, диагностика ходовой бесплатно. Сломалась машина, звони. 980-303. Аварийный комиссар. Оперативный выезд на место ДТП. Оформление без вызова ГИБДД. Круглосуточно, 24/7. Запомните и звоните. 622-522, 610-836. В центральном районе на перекрестке Мира, Карла Маркса не смогли разъехаться иномарка и Лада. В ДТП не обошлось без пострадавших. Из первичной информации следует, что автовладелец Лексуса двигался со стороны Гагарина в направлении Ленинградской. Мужчина на гранте от Жилина в сторону Победы. На регулируемом перекрестке, по предварительным же данным, водитель Лады не пропустил иномарку и врезался в ее заднюю пассажирскую часть. Автомобиль развернуло на проезжей части. Lexus выехал на полосу встречного движения, а Лада заехала на тротуар. Благо, в это время там людей не было, иначе все могло закончиться трагедией. Предполагаемый виновник ДТП и его пассажир не пострадали, а вот водителю иномарки понадобилась помощь медицинских работников. Мужчина 88-го года рождения получил травмы и в карете скорой помощи был доставлен в больницу. На месте работал экипаж ДПС. Госинспектор опросил свидетелей, произвел замеры и собрал необходимый материал. Впоследствии обоим водителям будет назначена дата разбора аварии. Очередное ЧП произошло в центральном районе на улице Мира. Неизвестный с ножом напал на пожилую женщину и ее родственницу. Мужчина в черной балаклаве и зеленой куртке удлиненного типа пробрался в помещение и нанес женщинам удары ножом. Обе были госпитализированы в больницу с ранениями. После нападения преступник похитил из квартиры мобильный телефон и 100 тысяч рублей. По данному факту заведено уголовное дело. Из-за балаклавы женщины не смогли разглядеть лицо нападавшего. Единственное, что они запомнили, это то, что у преступника были светлые глаза. Сейчас оперативники уголовного розыска ведут поиски подозреваемого. Внимание, розыск человека. В Тольятти пропала женщина Нина Бердинских, 44-го года рождения. С 10 декабря пенсионерка не выходит на связь, о ее местонахождении ничего не известно. Приметы разыскиваемой. Рост около 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, глаза серые. Была одета в темный платок, темную длинную куртку, черные сапоги. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении пожилой женщины, просьба сообщить по единому номеру 102 или 112. Госавтоинспекция Ставропольского района разъясняет, что делать, если виновник ДТП скрылся с места аварии. В случае возникновения дорожно-транспортного происшествия, в котором один из участников происшествия скрылся с места происшествия, необходимо остановить свое транспортное средство, включить знак аварийной остановки, установить, были ли возможны свидетели или очевидцы данного происшествия, записать их установочные данные. Если дорожно-транспортное происшествие произошло на территории Ставропольского района, необходимо позвонить по номеру 283696 или по номеру 112. В отношении водителя, скрывшегося с места происшествия, будет возбуждено административное производство по части 2 статьи 12.27 Кодекса административных правонарушений, где предусмотрена ответственность в виде лишения специального права от 1 года до 1,5 лет или административный арест сроком до 15 суток. Если вы попали в подобную ситуацию на территории Ставропольского района, незамедлительно сообщите о случившемся в дежурную часть ГИБДД по номеру 283696.